Здрасте. Чай, кофе, капучино. Да нормально у них все будет, подруга, не переживай. А ребенок вообще не от Арсения, а от Андрея. Девушка, заказ что-нибудь будем? Кофе с молоком, пожалуйста. А я, кстати, к вам теперь частенько буду захаживать. А что это нам так повезло? Да здесь рядом салон красоты открыли. Вот я и творю там красоту. Кстати, могу и тебе причесочку модную сделать? Заходи, в честь нашего с тобой знакомства. Модную, говоришь? Ага. Так как, говоришь, тебя зовут не Венера Милосская? Валентина, я по паспорту. А для тебя можно просто Валюшка? А я по паспорту и в жизни Лида. Ох, креплёный! Как я люблю! Ну, заходи, Лидок, на ногти. Я тебе их подпилю. Смотри, как бы твоя когтеточка не сломалась. Тоже мне. Эвелина Хомченко из деревни. Ты что не работали? У меня аж-то обед. Ага. Чё звали? Сейчас будем составлять новое меню. А чем старое не угодило? Было и капучино, и латте, и амаретто, и даже какао. Это что за дешевый кофе? Ничего не дешевое, отлично идет. Ты чё, все это время продавала этот кофе по цене зернового? Чё орёте-то? Приготовь-ка мне эспрессо. Сейчас сделаем. В кофемашине. Машина так машина. Я, знаете, я вот ты, если я вообще на ты, и вообще я кофемастер, кофе... Сейчас все будет. Ну, давай, я смотрю. Так она это... не работает? Да как не работает? Смотри, я тебе больше показывать не буду. Да смотрю, смотрю. А это что за сладкий пирожок? Чё? Они же с ливером. Да я не про тебя. Пирожок. Сейчас я вернусь. Я вернулась. Ну и где это мы были 3 дня? 3 дня? А мне показалось, что меня не было всего лишь мгновение. Короче, я с таким познакомилась. Он такой высокий, брюнет, блондин, да ты ж не помню. Там так, стоп. Мало того, что ты кофе не умеешь варить, ты еще и постоянно пропадаешь. Кто-то звонит. Так, стоп. Секунду. Алло. Да, не занята, нет. Серьезно? Да, говори. Ладно, я тебе потом перезвоню. Давай, клади трубку. Нет, ты первый клади. Нет, ты. Нет, давай ты. Я думал, такая фигня только в фильмах бывает. Нет, ты. Я положу. Ты мерзость. Алло. Ну, короче, я освободилась. Че, может, встретимся?
Что? В смысле? Да иди ты знаешь куда?